Привет, смотрящие, а мы продолжаем. Продолжаем путешествие, прохождение игры «Невинность, невинность чумы сказки». И, в общем, насколько я понял, нам нужно бежать. Нам нужно просто, мать вашу, бежать. Окей, вторая глава. Скоро будет деревня. Местные наверняка знают, как найти Лаврентия. Пошли искать Лаврентия. Хьюго. Хьюго? Хьюго? Хьюго. У Хьюго приступ. Маме не понравится, когда узнает, что я упал в воду. Ой. Значит, маме мы об этом не расскажем. Тогда не будем говорить ей об этом. Mm-hmm. Ладно? Так, сначала надо обсохнуть. Ну что, пошли обсыхать. И искать Лаврентия. А зачем они нас хотели поймать? Вот. Я не знаю. Не хочу об этом думать. Попросил Лаврентия, чтобы он нас отвел к маме и папе. Угу. Да, конечно. Чем-то этот мальчик... Где же все? Чем-то этот мальчик болен. Чем-то. Судя по названию игры, есть подозрение, что он болен чумой. Они огромные. Они тебя не тронут. Что это за суп? Они боеют? Просто прочищают нос. Идем, нам пора. Прочищают нос. Но странно, что он, ну, может быть, это я не знаю. Ну, Влад, посмотрим. Короче, мальчик чем-то болен, судя по всему. О, яблоки. Хьюго, не сейчас. Но... Не трогай, они гнилые. Но я голодный. Как ты можешь думать о еде? Господи, дай ребенку яблоко. Что ты такая вот противная, блин? Капец, ребенок яблоко хочет. Сама бы вместе пошла бы и поела бы это яблоко. Гнилые они. Так выбери нормальное. Ой, хотя брать без спроса да тоже. Да, наверное, много людей. Наверное. Что делать? Ну, вас люди просто видят, как просто люди, да? А кого там, блин, Лаврентия найти надо? Чё? Ладно, идем прямо. Ну, хотя мы ж не спидрайнеры, это что так проскакивать. Простите, подождите, госпожа! А чё вы так все разбегаете? Да что с ними? Гай. Они боятся. А чё вы вдруг? А чё вы вдруг боятся? Вы же никого не знаете из нас. Извините, я дочь Роберта Деруна. На нас напали, нам нужна помощь. Пожалуйста, мы замерзли. Ты чё, рыба? Рыба. Пожалуйста, помогите, кто-нибудь! Пошли прочь, вам тут не рады. А чё это вдруг? Но я дочь вашего господина.
камни. Сейчас будем, блядь, вам в головы бросать. Короче, походу уже эти знают, что уже господин уже не господин. Господина, походу, убили. Не могу поверить. Они пьячутся. Пьячутся. Яблоки бери. Видишь, яблоки лежат. Пьячутся, блин. Ребенок голодный, не может ему яблоко дать. Слишком долго мы ждали. Говорила же, надо уходить. Никуда. Там кто-то есть. А когда вернемся, когда все наладится? Да мы помрем раньше, чем тут что-то наладится. Довольно. Пожалуйста, помогите, я знаю, что вы там. Кто там? Пошли вон. Я вас слышу. Чтобы вас увидели на моем пороге. Какой ужасный человек. Пойдем, Хьюго. Они чем-то напуганы. Так, а куда я пойдем-то? Куда пойдем-то? О, смотри, на дверях что-то нарисовано. Назад! Это значит, что в доме есть больные. Ничего не трогай. О, им нельзя выходить наружу. Гораздо хуже. Это значит, что мы можем от них заразиться. Хватит тут бегать. Ладно, извини. По деревне ходит зараза. Вот все и прячутся. Пахнет едой. Это что, ярмарка? Не похоже. Боже. Да, пахнет едой. Мясом. Жареным. Эй, вы! Умоляю! Приведите подмогу! Да будь я проклят! Вот и остальные! Что? Нет, постойте! Мы просто кое-кого ищем! Вы уже всех нашли! Эти твари на вашу музыку вылезли, а? Они заполонили нашу церковь! Это ваша дрянь нападала на детей во сне! И заражала их! Но теперь вы встретили Конрада Мальфора! И вот что я скажу! Это последняя деревня, что вы заразили! Алисия! Бежим! Бежим! Беги, Хьюго! Что случилось, Алисия? Да беги, блин! Просто беги! Почему они злятся? Они и нас сожгут! Демоны! Демоны! Живем, брать демонов! Были демоны! Были! Прячемся, Алисия! Но они... Сюда! Забирайся внутрь! Самоликвидировались. Так. Все тихо. Она заметит. Не двигайся. Подождем немного. Что это? Так, короче, надо камень бросать. Что это там за шум? Так его. Вот мы где. Джим! Сюда! Куда мы идем? Да куда, просто блядь, беги, я не знаю. Как можно быстрее. Куда? Смотри, стена. Они идут. Давай, просто давай. Быстро. Куда глаза глядят, туда и бежим. Зря мы сюда пришли. Зачем они это делают? Они думают, что мы привели с собой зло. Надо как-то отсюда выбраться. Что ты? Это что? Я думал, это прыжок. Это такое шарахивание назад. Так, хорошо. А, я так понял, надо вот эту хрень толкнуть. Там окно. Похоже, туда можно забраться. Толкнуть туда. Вот, вот эту хрень надо как-то за них. А, давай подтолкнем. Ладно. Ну, как-то так.
Хорошо, теперь я заберусь наверх. Так, а что тут вообще? Камни. Камни. Ну, камни до хрена. Хорошо. Так сказать, слишком до хрена. Так, ну чего, блин? Чё опять-то не так-то? Пусть только сюда. Блять. Не, ну там лучше хорошо. Собирайся. Да. Смотри, вон ящик. Цепь не кажется крепкой. А, это я понял. Давай сначала обратно сюда залезем, а потом пойдем к этому. Лезь первым. К этому, к этому ящику. Цепь не кажется крепкой. Где я этот ящик увидел? А, вот этот. А, и камушки лежат. Так, ага. Намек понял. Будет много сумок, да? Есть идеи получше? Нет, наверное, идеи получше нету. Просто бросить камень, наверное, не хватит силы. Надо эту прищу, блядь, или как она там? Проща. А, и теперь толкнуть его туда. Хорошо, понятно. Ясно, помоги понятно. Помоги толкать. Да. Ясно, понятно. Головоломки. Головоломки в стиле стелс. С очень интересным сюжетом. Чего, давай. Головоломки в стиле стелс. Давай, очень я посажу. Интересно. Напоминает мне одну игру это. Маленькие кошмары. Ну что ж, мы выбрались. Значит, можно просто уйти? Если они снова нас не найдут. Ну, у тебя проща. Ты нас защитишь. Это не так-то просто, Хьюго. О. Проща. Понятно. Здесь? Чувак, нет, быстрее, быстрее! Лестница, давай наверх, ты первый! Это опасная миссия. У нас нет времени, а не близко. Она сломается. Давай, блин. Нет, нет! Я сговорил тебе. Хьюго, ты куда? Не бросай меня! Миссия сюда, в сторону. Тихо. Что там Хьюго творит-то, а? Смотри, что я нашел. Ты заедец? Молодец. Я ее собью. Осторожно. Ну и? Давай, давай. А? Вот так. Молодец. Красавец. Я испугалась. Прости, заездницу. Это моя вина. Там, блин. Ты прав. Надо идти домой. Нельзя. Во всяком случае, без Лаврентия. А, Лаврентий. Пошли Лаврентия искать. Где Лаврентий? Лаврентий! Лаврентий. Амиссия, пьяще. Ну, и где они, мать вашу? Пизде. Мы окружили все. Они тут недавно были. Значит, вы вдвоем здесь все окружили? Да. Валите отсюда! Скажите остальным, пусть все перекроют! Если я их поймаю, отправлю в ад!
по кусочку. Живыми они отсюда не уйдут. Конрад свихнулся, когда умер его сын. А нам из-за этого жечь невинных и гоняться за детьми. Между тем, в деревне чума повсюду. По-твоему, нормально, что девчонка с щенком бегает по деревне, когда кругом творится хрен знает что? Они, небось, вышли из цепи с остальной швалью. И чё? Может, ему в голову? Хотя это... А, вон я вижу. Вон я вижу. Чё это там такое шумит? Чего там такого? С топором? Что за шум? Бейте тревогу! Да ты как увидел нас? Ты как нас увидел-то? Может, прощу ему в голову? Конрад свихнулся, когда умер его сын. А нам из-за этого жечь невинных и гоняться за детьми. Между тем, в деревне чума повсюду. По-твоему, нормально, что девчонка с щенком бегает по деревне, когда кругом творится хрен знает что? Они, небось, вышли из цепи с остальной швалью. А, это один, а вон второй. Таисия, твоя проща шумит. Ты прав. Так и что делаем? И что делаем? Ну и что делаем? Берем камень, бросаем куда-то туда. Он идет туда. А что там за шум, блин? Угу. А что он первый раз нас спалил, я не понял. Нет, опять! Блядь! Да заебали они. Я тоже не знаю. Выхода нет. О, нет. Быстрее, пожалуйста. Я пытаюсь, Надолго их это не задержит. Быстрее, Они знают, что мы здесь. Давайте выходите, вам не сбежать. Нет, застряла. Юго, забирайся, открой мне дверь. Ладно. А ты через окно не? Сможешь ее убрать? Я пытаюсь. Быстрее! Быстрее, Хьюго! А ты через это окно Хьюго, что, не можешь залезть, что ли? Вот, блин. Хьюго, сделай что-нибудь! Давай! Беги! Я больше не могу, Амисия. О, пожалуйста, нам нельзя останавливаться. Еще чуть-чуть. Тупик! Нам конец! Да, не бойтесь. Идите ко мне. Господи, это же самая зараженная часть деревни! Где они? Слушай, скажем Конраду, что потеряли их. Я тут не останусь. Здесь вы в безопасности. Сюда они за вами не пойдут. Вы все мокрые. Наверху есть одежда. Переоденьтесь. Все в сундуке. В спальне. А правда?
Спасибо. Спасибо. Могли бы просто возле огня обсохнуть. Уже неплохо. Ага. Ты как? Идем искать маму, Анисия. Не сейчас. Тут более тёп... Она велела нам найти Лаврентия. Но это глупо. Нас поймают. Хьюго, мы будем делать то, что она нам сказала. Хьюго, подожди. Ай, Хьюго. Ладно, побегай, Хьюго. Ладан. Мама тоже им пользовалась. Ладан. Так они взяли более теплую одежду. Пару? Вот и хорошо. Это внучков моих. Ой, меня Клэрви зовут. Я Миссия, а это Хьюго. Скажи спасибо, Хьюго. Спасибо. Спасибо. Клэрви, что здесь творится? Это чума. Столько народу погубило. А сколько еще погибнет? Но где ваши родители? Дома. Они нас ждут. Мы ищем доктора. Лаврентия. Доктор? Кажется, к нам кто-то приходил. Он помогал больным. Может быть, монахи расскажут больше, но... Что? Их давно никто не видел. Сейчас к церкви никто и близко не подходит. Нам выбирать не приходится. Мы туда заглянем. Вы там умрете. Никто теперь не слушает старушку Клэрви. Ладно, я смотрю, у тебя есть проща. Она тебе пригодится. Но в таком виде толку от нее будет мало. Сходи на задний двор. Там есть пара обрезков новой кожи. А работать можешь в мастерской. В комнате рядом. Прокачка. Вы добры к нам. Апгрейд. Апгрейд, прокачка. Можешь взять инструменты в мастерской. Инструменты есть. Теперь нужна кожа. Это мастерская? А уже эти... А, эти все ушли уже, да? Знаешь, свинью какую-то. Вот это кожа, наверное, да? Кожа. Теперь за работу. Давай, тебе прощу. Прокачаем. Так, успокойся и соберись. Не, ну вообще нормально так, да? А, ну понятно. Так-то лучше. Если я найду подходящий материал, попробую ее улучшить. Веревка. Какая-то хрень. Это что, ладан, что ли? Это, походу, сумка для камней, что ли? Ладно. Хорошо, теперь надо поблагодарить Клэрви. То есть, я так понял, нам периодически будут попадаться всякое разное. В общем, подбирать надо все. Так, а не через эту дырку этому мальчику придется съебывать. Надо эту дырочку иметь в виду. Пошли поблагодарим бабушку Клэрни, или как там ее зовут. Чё, ребенок уже поел? Там лук висит или что это такое? А, ну как? Теперь намного лучше. Спасибо, Клэрви. Спасибо за все. И не шумит. Здесь вы их упустили. Понятно. Да. Ну как по мне, они тут долго не протянут. Ну я уже видел через. Ты да что ты стучишь, дебил? А ну положи колотушку. Ты что, совсем дурак? Я не дурак! Тихо, не ори! Дети, прекратите шуметь! Я хочу к маме! Замолчи!
Ты нас погубишь! Мама бы нас защитила! Все, хватит! Я хочу к маме! Мама погиблых, Юго! Ты больше никогда ее не увидишь! И папу тоже! Ну, наконец, сказала правду. Ну, а че? Ты лжёшь! Их убили в нашем доме, обоих, так что заткнись! Зос, я тебя ненавижу! Ой. Прекратите! Хьюго, нет! Хьюго, не уходи! Ты с ума сошел? Не, ну я-то думал, что будет по-другому. Он сюда залезет, а ей, там, блядь, дверь откроет вот эту вот. Хьюго, вернись! Понятно. Что он делает? О нет! Он нас погубит! Хьюго, пожалуйста! Ну прости. А дальше что? Стой! А. Куры! О боже! О нет! Хьюго! Я не должна была на тебя кричать! Пожалуйста, послушай! Нет, оставь меня! Прости меня! А может он сзади бежит? Отпусти меня! Нет, впереди! Отпусти его! Да ж ты, блядь! Вот вы где! Нет, подождите! Мы просто хотим уйти! Но вы уйдете и никогда не вернетесь! Пожалуйста, нет! На, дебил! Я не хотела! Значит, ты врешь, не хотела. Сразу было понятно. Хьюго! Я иду! Господи, пожалуйста, пусть он будет жив! Хьюго! Опять отпусти, отпусти меня. Опа. Хватит дергаться. Мы просто ждем твою сестру. О боже! Хьюго! Так... Наконец-то. А сестру-то вам зачем, а? Амисия! Амисия! Не тронь его! Он просто ребенок! Дитя, выслушай! Когда мой ребенок вернулся из церкви, он плакал. И я увидел на его ноге рану. Укус. Отпусти меня. Вскоре я его похоронил. Я поклялся, что убью того, кто в этом... Тебе со мной не справиться, девчонка. С тебя-то вот я и начну. Зачем нет, вы сюда пришли? Пожалуйста. А мы-то тут при чем, а? Давай куда-то. Ах ты сопля. Так а что мне делать? Одного удара. Всего одного. Да я понял. Выхода нет. Рано или поздно. Давай, Конрад, покажи им, на что ты способен. Да, покажи, покажи, на что ты способен. Я вроде видел... Конрад-то... Ай, черт! Что-то я засиделся. Я понял. Короче... Туда ему за шиворот надо. Давай, Конрад. Хватит одного удара. Понятно. Всего одного. А ну таких две, да? Сопли. Выхода нет. Рано или поздно. Что ты такой быстрый стал-то? Довольно. Давай покончим с этим. На тебе, сука. Да. Ай! Мне к сыну. Давай. Прикончи меня. Убей. Один из нас сейчас умрет. А победитель
будет проклят навек! На, сука. Зрители такие собрались, блин. Амисия. Ты убила его. Третья часть. Смотри, Амисия. Я иду. Лестница чудес. Может, мы здесь выберемся? А давай сначала посмотрим, что тут вообще есть еще интересного такого. Вау. А зачем там свечи? Свечи для того, чтобы показать, что ты думаешь о ком-то. О, можно зажгу? Если хочешь, только не обожгись. Спасибо. Чего? Великий зажигатель. Для мамы и папы. Присмотри за ними. А, пошли дальше, посмотрим, что тут еще есть. Забавно. Звук такой. Это эхо. Эй! Хьюго, здесь могут быть люди. А. Какое-то масло. Прости мне зло, которое я только что совершила. Я никогда... Амисия, ты мне делаешь больно. Сжал ему руку. Прости. Ладно, попросили прощения за грех тяжкий, за убийство. Странно, что их все обвиняют. А чё? Тут все завалено. Зачем они это сделали? Чтобы не дать кому-то зайти или выйти. Крест. О, бусы. Это четки. Зачем они? Чтобы молиться. С ними можно говорить? С мамой и папой? Да, конечно. Не, с мамой и с папой уже нельзя. Мама с папой уже умерли. Только с Богом. Так, ладно. Походу нам пора на ту лестницу, которую я видел. Больше здесь ничего такого нет. Надо залезть наверх. Надеюсь, лестница не сломается. Не сломается, Хьюго, поверь. Амисия, там кто-то есть. Дети, что вы тут делаете? Отец, нам нужна помощь. Уходите, нечего здесь делать. Тут очень опасно. Подождите, пожалуйста, это важно. Надо пойти поговорить с ним. Это святой отец? Я думаю, что за отец? А что он знает, где найти Лаврентия? Давай спросим его об этом. Может, это и есть Лаврентий? О, они все сломали. Что здесь происходит? Может, тут делают кровати? Я так не думаю. Нет, тут, по-моему, была какая-то лечебница. Тут лежали, короче, больные. И, походу, их уже тут не лежит, эти больные. Я знаю этот запах. Чем пахнет? Лечебные травы. Должно быть, монахи положили их в воду, чтобы очиститься. Матушка так делала.
Осталось только верстак найти. Так, а что тут будет? Кружочек какой-то. Топор, что ли? Не, цветы. Ну и чё? Да ну, блядь. Это гвоздики. В моём Дубае такие же, но эти красивые. Хьюго, идём дальше. Подожди, иди сюда. Что? Он тебя защитит, а ещё он красивый. Оу, ладно. Можно идти. Спасибо, Хьюго. Пожалуйста. Сразу девушка проснулась. Оу. Камни. Оу. Что какая-то хрень. Отец! Опять ты? Я велел тебе уходить! На секунду, буквально! Ты не понимаешь! Уходи, пока можешь! Пожалуйста, нам нужна помощь! Помогите хотя бы ради него! Роберт Дерун! Его герб! Мы его дети. Мы ищем Лаврентия. Он доктор. Вы его знаете? Да, да, я знаю его. И знаю, что он лечил вашу семью. Он говорил о вас. Я отец Томас. Uh-huh. Ох, если вы здесь, это не к добру. Инквизиция пришла к нам и... Могу представить. Но то, что здесь происходит, гораздо хуже. Вы должны немедленно уходить, не то вы умрете. Но, отец, деревенские хотели нас убить. О, они рехнулись, они спятили. Так, к Лаврентию, вам к Лаврентию. Но я не могу покинуть церковь. А выйти отсюда можно через крипту трех святых. Может, еще не поздно. Я расскажу вам, как добраться до фермы Лаврентия, но... Но дальше все в руках Господа нашего. Ну кажется, что? Пока все спокойно. Если через крипту трех святых, значит через крипту трех святых. А крипта — это могильник. Очень важно оставаться на свету. Отец, почему на дверях в деревне кресты? Там правда чума? Все началось с укусов, ночных укусов. Потом болезнь распространилась. Сначала по отдельным семьям, а потом по всем. Лихорадка усилилась. Люди стали умирать. И когда мы наконец поняли, откуда это взялось, было уже слишком поздно. А откуда оно все взялось? Почти пришли. Брат Морель должен быть там. Нас только двое осталось. Брат Морель, стойте здесь. Брат Морель? Брат Морель! Лаврентий. Морель! В чем дело? Приступ. Отец?
полчища крыс. Нет. Нет. Отец, нет! Съели. Пошли как-то разгонять. Боже, Юг, не отходи от меня. Его съели, Алисия, съели. Съели, откуда съели. Откуда они взялись? Откуда их столько? Господи, спаси. Они повсюду. Свет. Они боятся света. Это какой-то кошмар. Нужно на улицу, Алисия. Я знаю. Не останавливайся. Но нам надо пройти через могильник. Это монах. Да-да, это был надо лезть наверх. Факел придется оставить. Нет, пожалуйста. Успокойся. Тут есть подставка. Без света мы не останемся. Ну что потом? Что-нибудь придумаем. Потом там еще возьмем фонарь. Вон стоит. Эй, фонарь! Давай тебя возьмем, а? Так, ладно, значит, надо бежать сюда быстро. Не понимаю, почему это огонь. Нам нужен огонь. Дерево быстро прогорит. Надо спешить. Понятно. То есть я далеко бежал. Ладно, хорошо. Крысы, если Пошли что. Прочь, ты, убирайте. Очень Успокой, быстро размножаются. Свет нас защитит. Нас съели. Крысы очень быстро размножаются. Огонь! Нам нужен огонь! Дерево быстро прогорит. Надо спешить. Пошли прочь, Крис! Убирайтесь! Успокойся, Хьюго. Свет нас защитит. Понял. Так, да, вот так сюда. Вот что за чума. Крысы! Священник говорил, что можно выбраться через крипту. Значит, можно просто уйти? Крипта трех святых. Об этом пути и говорил святой отец. Нужно искать другой путь. Ладно. На этом мы эту серию закончим. Я уже вижу, что брать. Что-то вот это. И там потом будем разбираться в следующей серии. Ну, а пока что... Всем до встречи, всем пока!